Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2. Текст, ну и... Давайте тут пособираем и забустим то, что можно забустить. О, кстати, вот это неплохой буст, этот, тучка. Так, все, вроде бы забустили. Соберем квест. Блин, мне вот этот Ticket Torture нифига не нравится. Не очень хочу его играть. Давайте лучше сыграем ивент. Что-то я как-то поиграл, какая-то хрень этот Ticket Torture, ей-богу. О, ивент нельзя, короче, подставлять подсолнухов с одной стороны. Но с другой стороны у нас как бы сразу... Сразу солнышки, то есть с ними вопрос закрыт вообще. Блин, знать бы еще, что делают растения всякие разные тут. Не, ну определенно надо вот так. Я вот не знаю, что делает. А, это ж подождите, эта штука, она ж по всем фигачит. То есть она же как бы электричеством, да, фигачит? Или как она? О! Вот, да, она тучки производит, и эти тучки летают везде. То есть эти что... А что делает вот эта штука? Ладно, сейчас проверим. Нати, скотина. Да помирай же. Ай, походу мы нифига не пройдем. Походу мы нифига не пройдем. Так, что ты тут этой... Так, короче, надо вот эти вот тучки садить. Тучки это... Хотя, может, и пройдем, я не знаю, на самом деле. Но они что-то раскастовываются очень жестко. А вон тут клювокрыл летит. Блин, ну они издеваются, что ли? Есть, клювокрыла убрали. На тебе, маг чердей, кудесник. Так, ну тут главное вот эти тучки садить, да и все, в принципе. Основная мысль. Ну, блин, долго они, конечно, ну, рожают свои эти. В остальном, конечно, все ништяк. А что будет, если ее усилить, интересно? О, нормально, нормально. Слушайте, усилители неплохо работают. Во, нормалек, нормалек. Можно еще, в принципе, усилить. Во, нормально, тучки летают. Не, в принципе, мы прошли, чё, и без бустов получили. Ну, в смысле, без забущенных растений изначально. Нормалёк, вон еще одну. Здорово. Здорово, изи-бризи, лимон-сквизи. Пауэр-тост, 1000 коинов. Ну, нормально. Today. Так. Не, в принципе, нормально. Чё, прошли еще один этап. Скоро костюмчик получим. 1000 коинов, это тоже неплохо. Блин, попробовать, что ли, пройти? Вот это вот Ticket Torture мне не нравится. Это на море с этими рыбаками сраными. Что-то вот это вот играть. Давайте 28 играть, да и все. Так, я, правда, не помню, в чем суть 28 уровня. Но сейчас буду вспоминать. А, нельзя терять больше 5 растений. Ну, все понятно.
То есть, короче, грубо говоря, нельзя выкапывать растения и нельзя это, ничего. Ничего нельзя, короче, да? Блин, а из бустов ничего хорошего-то у нас и нет. Из бустов ничего хорошего нет. К сожалению, из бустов ничего хорошего и нет. Пара-бара-бара-бара-бара-бара-бам. Так, ладно, делаем вот так, берем вот эту штуку. Я вот не знаю, за этими может Дрейков поставить, а чё нет? Дрейки хорошая тема. Стрелков, ну бусты пока ставить не будем в таком случае. Крокодильчиков тоже смысла я не вижу. Ну чё, попробуем без бустов. Можно дрейки и эти... А, вот эта шняга, что же считается? Блин, ладно, дрейки, давайте дрейка и давайте, наверное, этих все-таки бананы возьмем. Бананы. Можно кукурузу взять, в принципе, как такой вариант буста. Ну, такого себе, не сильно крутого, но и в то же время, с которым легко стартовать. То есть мы как бы старт немножко с помощью нее можем затянуть. С помощью этой кукурузки. Тем самым посадить эти, посадить солнышки. Ставим кукурузку. Ну ладно, давайте ряд кукурузков. Сейчас будем немножко старт затягивать. Так, все, ряд кукурузков. Так, тут у нас пойдет, то есть мне надо... Так, давайте еще ряд кукурузков. То есть мне надо, в принципе, где-то на третьей волне садить вот этих вот стенорехов, да? А за ними садить дрейков. А вот тут пойдут арбузы, да? Так, давайте еще кукурузки. Так, ну еще одного дрейка можно сюда посадить. Проблема в том, что кукурузки теперь вытаскивать я не могу. Вот в чем беда. Если б я их мог вытаскивать, это было бы здорово. А так они-то бьют слабенько. То есть они свою функцию на этапе старта выполнили. А дальше как бы все. Но, с другой стороны, они изредка, да, будут замораживать. То есть, опять же. Изредка. Ну, ладно, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Так, где у нас еще кувшинки нет? В принципе, 5 растений не потерять, это не так уж и сложно. Так, морозный. Блин, морозный, конечно, фигово очень коннектится с драконом, но это я, как обычно, по своей тупости. Вот! Вот что делать с вот тем вот? Вот смотрите, он сейчас что сделает. Ляп и два растения минус. Видели? Это кто сделал? Ляп, еще одно растение минус, рыбаки. Еще одно минус, все, мы просрали. Ну, еще не просрали, но суть такова.
Хотя... Да ёпти, ну где, кого, как? Рыбак где-то вытянул, задолбал, сраный, конченый, мудацкий левел. Блин, потратил буст, потратил деньги, все потратил. Потратил бонусы и один хрен проиграл. Нахрен нужен такой левел? Просто сраный ушлепский он. Еще бы ладно, рыбаков бы хоть бы не ставили, ну в конце концов, а? Нет, блин, ставят рыбаков. Пипец. Просто долбанись башкой об асфальт с этим уровнем. Нахрен он нужен такой? Я не вдупляю, ребята. Тоже, вот как в Angry Birds есть уровни, которые предполагают донат, так и здесь. Ну хотя бы... Да ну нахрен, вообще говно какое-то. Просто говно. Так, все. Задолбало, блин. Где эта кувшинка, арбуз? Давайте вот этого возьмем за 200, чтобы они пробивали. Посадим ряд их, будем вообще жестко играть. Не, вместо этих я возьму, знаете, вот этих, на них не действуют эти крючки. Сраные. Сраные крючки на них не действуют. Так, ну и все, в принципе. Че? Вот этот тупорылый буст. Он, можно этих поставить. И кого-нибудь там. Ну и все, по сути, да. На, возьму вот эту. Let's... А, блин, это ж тоже умирает, считается. Тупорылая шваль. Че взять? Да пофиг, забьем тогда каким-нибудь хренью. Zombies are coming. На, скотина. Сожри. Так, ладно, ускоритель я пока вырублю. Садим пока вот эту штуку. Ну и где еще мои солнышки, блин? Так, вот тут надо что-то... Ай, пофиг вообще. Вообще на... пофигам. Сейчас буду играть как... как ушлепок. Стенку сделаю за бабки. Просто играем за бабки. Четыре левт? Что, у меня уже одно растение кто-то сожрал? Извините, а какое? Я могу вот уточнить этот момент? Вот какое растение у меня сожрали? Просто я вот немного момент не понял. Вот какое растение конкретно у меня вот... Так, стенка начала мерцать. Апнем ее. Так, давай против этих сраных серфингистов, потому что... Да ну нафиг! Подохните, блин, все. Подохните, зараза, сволочи. Так, на тебе. Сдохни. Ой-ё!
Так, дайте-ка мне еще. Короче, проходим чисто за бабки. Уже столько я бабла вкатил, что пипец. Так, где? Тут вот у нас много. Просто жесть. Еще? Да вы охренели! То есть это еще и была... Да сдохни! А, все, бабу-лес кончился. У меня кончился бабу-лес. Зато у меня есть мега-арбуз. Охренеть, охренеть. Просто потратил все на этот уровень, но я его прошел. Фух, вот это конченый, да, уровень. Ничего не скажешь. Файт доктор Зомбас. 4 уровня осталось. Да, конечно, блин, файт доктор Зомбас. Блин, ну все, next... Ой, next level. Блин, надо было exit to map нажать. Я уже запутался. Просто тупорылость какая-то. А, запланируй защиту. Тут, короче, так чисто на воде, да? Но этот мы, я думаю, пройдем. Exit to map. Exit level. Блин, ну, конечно, вот это трэш какой-то. Да, 9 косарей мы потратили. Ну, что поделать. Бывают такие говноуровни. Все, 29-й. Давайте пересадим в саду Дзен. Вообще, вот мир с пляжем, конченый мир. Ни растений полезных, ничего вообще тут. Как бы не выпало. Вот он пока такой самый для меня, который мне меньше всего, скажем так, нравится. Вот, ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.